прежде всего хотим поздравить вас с открытием Одесского международного кинофестиваля. Скажите, спасибо. Вообще, что вас связывает с Одессой? Какие, может быть, родственные связи? Либо вы очень любите этот город? Это уже, знаете, 122-й такой же вопрос. Но я с удовольствием отвечу детскому телевидению. С Одессой меня связывает, безусловно, в первую очередь творческая жизнь. Вот, то есть творческий мой путь. Все, то есть большинство концертов были в Одессе. Вот, и связывает меня публика, потому что к публике, одесской публике, честно, это не потому, что я сегодня в Одессе на кинофестивале и так дальше. Ой, извините. А потому что действительно очень благодарная и очень всегда бурно принимающая публика. Вот. И мы всегда знали. То есть, знаете, после каких-то длительных гастролей, вот ты приезжаешь, например, в Одессу, уставший, и ты думаешь, вот как этот концерт отработать? То есть, ну вот как? Сил нет. И когда ты выходишь, когда ты слышишь эти крики, этот зов одесской публики, ведь что важно для артиста и для публики? Это взаимообмен энергетикой. И вот эта энергетика одесской публики, она тебя наполняет, и поэтому ты тут же моментально восстанавливаешься. Вот это мои воспоминания об Одессе. Вы уже ознакомились с программой вообще кинофестиваля, и как вам впечатление от открытия, от красной дорожки? Красной дорожки? Я думаю, что вот в этом вопросе все спрашивают про красную. Ну, во-первых, в моей жизни красных дорожек было много, поэтому для меня это не в новинку. Вот. А что касается программы кинофестиваля, ну, как и, в общем-то, на любом кинофестивале есть фильмы, которые действительно хочется посмотреть, и по трейлеру ты видишь, что то есть он настолько круто смонтирован, что он действительно вот, есть какое-то безумное желание увидеть, что же будет дальше. Есть фильмы, которые не вызывают никаких эмоций. Это нормально, в принципе. Но поскольку я в Одессе сегодня и завтра уже уезжаю, поэтому я, к сожалению, не посмотрю те фильмы, которые будут представлены здесь.